Здравствуйте, меня зовут Евгения. С моей подругой Еленой Жуковой на одном из курсов в семейной мастерской Тарасовых мы разговаривали о том, что Елене страшно рисовать своего сына, хотя она хочет написать ему портрет. И я ей предложила, говорю, раз тебе страшно написать портрет сына, попробуй на моем. И вот неожиданно она подхватила эту идею и через какое-то время пришла ко мне с вот таким чудесным подарком. Здесь не только мое изображение, а ее видение вообще из разных областей моей жизни. Это и цветы, которые я когда-то выращивала, анютины глазки, они мне очень нравятся. И вода чистая, которая находится перед зрителем, передо мной, купола церквей, витражи, которыми я занимаюсь, с тайландским, с тайским слоном. Ну, то есть каждый кусочек этой картины, он не просто так, а продуман ей. И такой подарок от души, он да даже не вдвойне, он настолько приятен, он тронул меня до слез просто. И вот таким образом у меня получается, жизнь обогащается большим-большим количеством друзей, хороших знакомых, которых я приобретаю в семейной мастерской Тарасовых. Потому что здесь люди раскрываются очень быстро, очень искренне. И видя их порывы души, просто мы все очень быстро объединяемся, становимся родными душами. И где-то уже и в жизни начинаем дружить, помогать друг другу, находим общие интересы, встречаемся, общаемся. Здесь как нигде можно встретить настоящих, серьезных, увлеченных людей, которые могут летать к тому же.